Это кадры с камеры видеонаблюдения на торговом центре. Внедорожник влетает в крыльцо на огромной скорости. Водитель даже не пытается тормозить или избежать удара. Внутри машины в этот момент находились четверо. Трое водителей, два пассажира погибли на месте. Еще один молодой человек 20 лет выжил. Его с травмами доставили в больницу. Уже на оперативных кадрах дорожной полиции видно, в салоне сработали все подушки безопасности. Но удар был такой силы, что деформировалась даже рама тяжелого японского внедорожника. В поле зрения дежурного экипажа ДПС Land Cruiser попал за несколько минут до аварии. Это уже сообщили полицейские в утренних пресс-релизах. Была погоня, и эти кадры тоже есть. Вот внедорожник и патрульный автомобиль с мигалками пролетают по Псковской. На часах регистратора 4 часа 35 минут. Буквально через 3 минуты экипаж полиции попал в кадр этого же видеорегистратора уже на Октябрьской. Но погоня к этому моменту была уже завершена. На часах 4:39 внедорожник впечатан в стену торгового центра. И вот официально версия полиции. На требования автоинспекторов об установке подаваемых с использованием спецсигналов и громкоговорящего устройства водитель не реагировал, увеличивал скорость. Выехал на улицу Октябрьская, не справился с управлением, съехал с правой части и произвел наезд на элементы строения торгового центра. Пока по неофициальной информации из телеграм-канала «Первый Новгородский» удалось установить личности двоих участников аварии. За рулем был 49-летний Дмитрий Гаевалов. Имя второго, выжившего пассажира, мы не можем называть. Опять же, по неподтвержденной официальными источниками информации, все четверо вместе отдыхали в одном из ночных увеселительных заведений города. Спровоцировал ли поведение водителя на дороге и аварию алкоголь, предстоит выяснить экспертам. Расследование продолжается.